Сельские учителя, которых с 1 января перевели на адресную поддержку по оплате коммунальных услуг, уверяют, чиновники экономят на них и сильно. До Нового года педагогам, работающим и вышедшим на пенсию, компенсировали расходы на содержание жилья, взносы на капремонт, оплачивали свет и тепло. А значит, за кого-то областной бюджет платил 2000 рублей, а за кого-то 5 или 6. Областные чиновники решили всех уравнять и перечислять одинаковую сумму – 2300 рублей. Этого не хватает, заявил в областном заксобрании на заседании Комитета по социальной политике депутат Черлакского района. Народный избранник от имени райсовета призвал еще раз пересмотреть вопрос о соцльготах. Однако парламентарии отклонили просьбу своего районного коллеги. Коллективы школ начали обращаться в районный совет с просьбой все-таки донести ихнюю боль. Единая денежная выплата в размере 2300 рублей, она, естественно, не покрывает всех тех расходов, которые несут педагоги.